и еще. Как вы относитесь к котам, особенно к изумительным? Честно говорить, котов не особо люблю, люблю больше собак, но когда они в мультике или где-то на экране, ну, посмотреть, да, с удовольствием, это как свой и чужой ребенок. Сюда мы с вами, пожалуйста, друзья. Есть собака и кот. А собака, что за порода? Собака, немецкая овчарка. Погода. Где его? Погода? А Марсику? Он мальчик. А Марсику тоже была года. Ну, ты за ними ухаживаешь, кормишь собак, гуляешь? Люблю гладить. Нету кота, но есть собака. А есть собаки вообще-то? Или Стас. А что тебе? А мы с папой кошатники, а мама с сестрой собачки. Ну, может быть. Я, честно, вообще, я собачница, я не кошатница. И, да, мне кошки не нравятся, что они вот везде прыгают, у них везде шерсть, вот эти все моменты. Вот у кота Мариса, про которого мы будем сейчас смотреть, два качества, вернее, два таланта. Первый талант – это умение говорить, а второй – это склонность к коферам. Вам какой лично ближе и симпатичнее? Умение говорить? Да. И склонность к аферам. Склонность. Это он сам организует аферы? Ну, наверное, первый больше. Потому что аферы... Нет, я такой рисковый человек, конечно, но больше по отношению к себе. Ну, то есть не то, что там кого-то подписать на какой-то афер. Вот. Но склонна к риску. Склонность к аферам. Я, в принципе, хотел бы, чтобы мой кот тоже умел разговаривать, мысли его понимать. Ну, наверное, к аферам, да, потому что... Ну, в моей сфере деятельности только так и нужно. И ваше отношение к изумительным котам, как вы относитесь? К обычным котам мы уже поняли, не очень изумительным. Ну, к изумительным мне встречались действительно изумительные коты, которые, например, которых можно гладить как собаку. Вот. Либо которые выполняли команды. Ну, в общем, для меня изумительные коты, которые похожи на собак. Талант к аферам и умение говорить, и тот, и другой. Для того, чтобы принести людям счастье, врал иногда, обманывал. И, ну, и вообще, когда ты планируешь какие-то шутки, это всегда афера какая-то определенная. Коты всегда приземляются на лапы! О, Морис! Изумительный Морис! Придется сражаться! Все ко мне! Остальное увидите сами. Изумительный Морис.